Глава региона Андрей Бочаров провел заседание губернаторского совета по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса. На повестке дня вопрос эффективной работы предприятий области в условиях пандемии и забота о здоровье работников промышленного комплекса. Промышленный сектор был и остается основным системообразующим для Волгоградской области. Промышленность – это порядка 32% валового регионального продукта, более чем 45% доходов консолидированного бюджета Волгоградской области. Это свыше 130 тысяч работников или 23% от общего числа занятых в экономике. А с учетом членов семей, промышленный сектор обеспечивает работой и формирует семейные бюджеты более чем пятой части всех жителей Волгоградской области. В видеоселекторном совещании приняли участие руководители 40 ведущих предприятий региона. Андрей Бочаров отметил, что именно грамотная, продуманная позиция директорского корпуса позволит избежать коллапса промышленности и сохранить текущие показатели. В этой связи губернатор дал целый ряд поручений. Взять наличный контроль, ход вакцинации и своевременная ревакцинация работников, возглавляемых вами предприятий, а также членов семей. Неукоснительно следовать всем рекомендациям главного санитарного врача и оперативного штаба Волгоградской области. Возобновить. Такой анонс есть, была такая работа, или продолжить работу оперативных штабов на предприятиях и в организациях Волгоградской области. Разработать планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на предприятиях, организациях и незамедлительно приступить к их выполнению. Также руководители предприятий обязаны обеспечить регулярную дезинфекцию помещений, тестирование сотрудников на наличие заболевания, при необходимости организовать доставку работников и ввести дополнительные меры поддержки. Ряд сотрудников предлагается по возможности перевести на удаленный формат. Обеспечить максимально возможный перевод сотрудников на дистанционный режим работы, а также в зависимости от специфики технологических процессов на производстве, эффективное применение различных гибких форм занятости людей, сокращенный рабочий день, вахтовые или посменные механизмы, ну и другие возможные меры. Также глава региона напомнил о необходимости актуализировать инвестиционные и производственные планы промышленных предприятий с целью выполнения в полном объеме установленных производственных показателей. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.